Чи. Привет всем! Мои волосы! Всем привет! Мои волосы в некотором беспорядке, потому что я не высушил аккуратно голову после того, как только что помыл ее. Гребешок петуха. Спасибо. Пожалуйста, поймите мою ситуацию с волосами. Я только что помыл голову. Не знаю. Я сдаюсь. Что это? Не знаю. Не знаю, ребят. На голове взорвалась бомба. Динамит. Я заскочил просто поговорить о том, как у меня дела, и о том, как я готовлюсь к камбэку и все такое. Чтобы вы знали. Прежде всего, в последнее время на носу промоушен, и мы готовимся к концу года. Сегодня была тренировка, а потом пришел сюда. Я почти опоздал на репетицию. Так что я вышел сразу после того, как помыл волосы. Тем не менее, я прибыл сюда примерно на 10 минут раньше, тренировался и взял перерыв, чтобы провести эфир. Я уверен, что многим людям интересно, как мы готовимся к следующему альбому. Почти все песни на данный момент готовы. И клип тоже был потрясающе снят. Надеюсь, мне можно так сказать. Мы сняли клип, и это было очень весело. Вот что мы имеем. Не знаю, что сказать. Я хотел немного поговорить о том, как мы готовимся к камбэку. Как бы мне сказать, весь этот процесс был таким веселым. Было так весело работать с мемберами. Мы собирались вместе, обсуждали темы и спрашивали: «Хён, вот что я сделал, как тебе?» Все это делало процесс веселым. Показывал мемберам, что я пытался написать эту песню, мелодию, текст, как у меня получилось, вот так. Конечно. Некоторые вещи вошли в альбом, а многие другие нет. Но получать похвалу от мемберов было приятным ощущением. Попробовать разные вещи было весело. Вот как все прошло. Вот как все было. Мы долго обсуждали тональность. Эта тональность или другая лучше? Я много обсуждал это с Тэхёном. А как насчет этой тональности? Тэхён сказал, что здорово. И я думаю, что эта песня нуждается именно в этой тональности. Было весело работать над этим альбомом. И сейчас мы почти готовы его выпустить. Вот такая у нас ситуация. Мы сняли клип. Как много я могу сказать о клипе? Сколько можно сказать? Мои волосы в беспорядке. Не знаю, что у меня на голове. Клип, ну... Я могу проспойлерить? Сколько идет клип? Клип... Могу я это сказать? Среди всех музыкальных клипов, которые мы снимали до сих пор, точно, этот самый. Тяжелый. Это все, что я скажу вам. Вот так. Было очень весело снимать. Мы были так счастливы снимать клип. Вот и все. Я не буду слушать альбом или показывать его вам пока что. Так что я могу рассказать вам о нем не так много, как я думал. Да. Да, Юнги Хён. Я знаю, многие из вас, наверное, беспокоятся о нем. Я хочу сначала поговорить об этом. Юнги хорошо поправляется. Так что, надеюсь, вы не слишком сильно волнуетесь. Он отправляет нам селфи, чтобы мы знали, как у него дела. И мы все держим связь. Шуга очень хорошо восстанавливается. Все прошло очень хорошо. Операция. Он говорит, что скучает по всем вам. Надеюсь, вы тоже пожелаете ему скорейшего выздоровления. Это был внезапный разговор о Шуге, потому что я вижу много людей, которые интересуются им и беспокоятся о нем. Я тоже хочу увидеть вас, ребята. Это нелегко. Итак, ребята, о чем еще можно поговорить? В последнее время было много интервью, где я должен был рассказать о том, что я сделал в качестве менеджера проекта. Вообще-то я не очень много работал над этим альбомом. Моя роль состояла в том, чтобы спрашивать мемберов что-то вроде «Есть ли тема, которую вы хотите показать? Стиль, песня, структура?» Я спросил об этом. Мемберы высказывали свое мнение. Затем я снова опрашивал их, оформлял все в кучу и доносил компании. Затем я получал отклик от компании и делюсь этим с мемберами. Потом беру песни и вещи, написанные ребятами, и отправляю в компанию. Я был вроде как посредником. Я мало что сделал, просто организовывал то, что все делали. Вот и все. Остальные менеджеры проектов действительно много работали. Я У меня была самая простая работа, наверное. Вот что я думаю. Уверен, вам всем интересно, что у нас за альбом. Все будет хорошо. Как же мне описать этот альбом самым простым способом? Как будто вчера у нас была дискуссия. Вроде как... То, что мы чувствовали до сих пор, какие эмоции, которые мы испытываем сейчас, так легче понять. Но вы не слушали мою песню. Вот в чем загвоздка. Поэтому трудно говорить об альбоме. Я мало что могу рассказать вам, ребята. Простите. Думаю, лучшее, что можно сделать, это поторопиться. Мы следим за своим здоровьем. В последнее время я пытаюсь держать себя в хорошей форме. Но есть кое-что, что мне кажется, как мне кажется, давит на меня. Поэтому сейчас я не напрягаюсь. Думаю, я могу сказать, я пытаюсь работать над основами. Я и все мемберы стараемся поддерживать хорошее здоровье. Вот почему Шуга тоже хотел сделать что-то со здоровьем, пока все не стало плохо, потому что он хочет быть с вами очень долгое время. Вот почему он принял решение провести операцию сейчас. Если вы немного подождете, то не успеете глазом моргнуть, как он вернулся и здоров. Если честно, хотел бы я многое сказать вам о новом альбоме. Ребят, вот почему я здесь. Я думаю, вы все можете сказать, как далеко мы зашли. Почти все готово, мы сняли клип. Хочу сказать, что когда я слушаю каждую песню, я прям чувствую ее. Но песни еще не вышли. Я думаю, что это все, что я могу сказать вам. Нам было очень весело работать над этим альбомом. И этот альбом... И в этом году у нас сложилась такая ситуация, когда участники поддерживают связь друг с другом. Честно говоря, когда мы собираемся вместе, мы говорим о том или ином альбоме. И пока мы болтаем, мы говорим о многих других вещах. И сам процесс... Не знаю, как вы отреагируете на этот альбом, но процесс его создания был очень счастливым периодом для меня. Больше, чем эта песня такая, весь этот процесс, есть много новых вещей, которые я пробовал. И, конечно, есть много вещей, которые не смогли войти в альбом. Но процесс опрашивания мемберов, то, как мы привыкли работать, то, как другие парни работали до этого, давненько мы так не работали. Так что это было очень радостное время. Это был шанс для меня понять и признать себя, а также всю эту ситуацию. Это дало мне шанс. Я стал больше думать о вас, ребята. Это был шанс оглянуться назад. Вот что я думаю. Придется подождать релиз альбома, чтобы посмотреть, каков он. Я надеюсь, что он будет дорог вам еще долгое время. Я тоже очень скучаю по вам, ребята. Я благодарен за то, что могу общаться с вами вот так. Я думаю, что если мы все будем стараться изо всех сил, как сейчас, то когда-нибудь все снова будет хорошо. У нас тоже есть хорошие новости. Я надеюсь, что вы сможете взять себя в руки, даже если вы устали. Мы всегда скучаем по вам. Мы будем усердно работать и готовиться к тому дню, когда мы сможем встретиться и увидеть друг друга снова. Спасибо, что присоединились ко мне, когда увидели уведомление, что я заскочил. Я пойду и вернусь к подготовке камбэка. Я очень вас люблю. Спасибо, что пришли ко мне сегодня. Пожалуйста, с нетерпением ждите альбома. Спасибо! Спасибо, ребят. Мои волосы сегодня. В следующий раз я обсужу с вами более мелкие детали. Нави Лайф. Надеюсь, вы все будете ждать с нетерпением. Пока-пока. Спасибо за просмотр. За перевод благодарим фансап-группу Будилиум. Озвучил Кайл.